Южные районы Франции объявлены зоной природной катастрофы. Мощные ливни, обрушившиеся в выходные, стали причиной самого сильного за последние 130 лет наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 10 человек. В наиболее пострадавшем департаменте Орт всего за несколько часов выпала полугодовая норма осадков. Вышедшие из берегов реки сносили все на своем пути, затоплены десятки тысяч домов, в том числе целые кварталы в таком крупном городе региона, как Каркасон. Под водой оказались основные автомагистрали. Частично парализовано железнодорожное сообщение. Осенняя непогода не обошла стороной соседнюю Испанию. Пронесшийся по северо-востоку страны шторм Лесли оставил без крыши над головой тысячи жителей Каталонии. Десятки человек с различными травмами попали в больницы. Перекрыто большинство автотрасс, в аэропортах отменены сотни рейсов.